прямому ефірі студія «Репортер». Добрий вечір. Я Віталій Хемій. Сьогодні в компанії двох відомих одеських політологів Дениса Яковлєва і Михайла Касанова. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Ми говоримо про хід передвиборчої кампанії, вибори президента 31 березня. 31 грудня кампанія стартувала. Як відбувається, які оцінки можна вже зробити? Денисе, почнемо з вашої оцінки, з ваших вражень. Перші два тижні проминули. Так, були свята, але це не привід, щоб не проводити кампанію. Да, кстати, і вас, і тих зрителей, всіх дякую. З прошедшими праздниками і з сьогоднішнім праздником. Щастя, здоров'я, благополуччя і всім нам в новому году зробити сознательний, я би навіть сказав, раціональний вибір. Я думаю, це таке одне з найголовніших пожеланий. Пока правда, политики, кто-то уже подал документы на регистрацию, кто-то сейчас подает. Но вы знаете, ведь выборы – это не только наш анализ действий политиков, это ведь еще и наше понимание политологическое, социологическое понимание того, а как будут вести себя люди, как будут вести себя избиратели. И вот здесь, мне кажется, сегодня уже мы можем сделать несколько таких выводов достаточно серьезных. Во-первых, это очень большое количество неопределившихся. Во-вторых, это то, что вся сегодняшняя социология, это сегодня она, социология именно показывает, знаете, ведь не было же переписи населения у нас. И очень трудно социологам сегодня говорить о том, каким образом правильно делать выборку и каким образом правильно давать информацию о рейтинге кандидатов. Поэтому сегодня нужно быть, я призываю всех зрителей, надо быть очень внимательным, очень серьезно относиться к данным социологических исследований, смотреть и количество опрошенных, смотреть и ошибку выборки, и другие показатели. И третье, что хотелось бы отметить, что вы знаете, очень много людей, которые отвечают на вопросы социологов, они прямо говорят, что мы будем определяться либо в последнюю неделю перед выборами, либо непосредственно в кабинке для голосования. Такие феномены уже были, это уже встречалось. Поэтому я думаю, что вот такие три пункта, люди будут голосовать и определяться именно так. Несмотря на то, что компания уже достаточно, можно сказать, что стартовала и набирает обороты, но вот очень много людей, которые еще не определились. Михайло, питання уточнююче до вас. За ці 5 років, чи, на вашу думку, чи став людина українська, яка голосує, громадянин, мудрішим? Чи став він більш розумнішим в політиці, в керуванні держави? Ну, знаєте, як кожна кухарка має керувати державою. Люди у нас в багливі більш становляться? Спасибо за вопрос, уважаемые телезрители. Разрешите вас поздравить с наступившими праздниками, с новым 2019 годом и многоопределяющим для нашей страны нас ждут и президентские выборы, и парламентские выборы. И мы должны сделать очень правильный, верный выбор и выбрать политиков новой формации. И для того, чтобы понять, кто такой политик новой формации, я всех вас приглашаю. А кто действительно захочет принять завтра участие в круглом столе, который пройдет в Европейском лицее, открытом Одесской городской мэрии полгода назад. Это будет мероприятие, которое, собственно, организовано моим факультетом, где являюсь заместителем декана факультета международных правовых отношений Одесской юридической академии, Европейским лицеем и консалтинговой группой GN. И мы вместе попытаемся разобраться, кто такой политик новой формации. Отвечая на ваш вопрос, к сожалению, избиратели наши не помудрели. Они все так же избирают... Не политики новой формации. Не-не, они все так же избирают политику старой формации, политику, которая стремится пообещать как можно больше. К сожалению, к власти не приходят самые лучшие люди. Но это, в принципе, нормально, поскольку это во всех странах абсолютно, и Европы, и Соединенных Штатов Америки, приходят сейчас к власти в основном популисты, либо правого, либо левого толка. И, конечно же, я думаю, что особенностью вот нашей кампании будет скатывание в еще больший популизм, чем это было свойственно на предыдущих избирательных циклах. Прежде всего, конечно, я думаю, это будет левый популизм в силу той социальной незащищенности
и объективного падения уровня жизни, который есть сейчас у наших граждан, поэтому политики будут скатываться в левый популизм. Я боюсь, что качественный состав Верховной Рады, который будет избран в 2019 году, будет хуже, чем Верховная Рада нынешнего созыва. Але до выборів Верховної Ради ще, ну, вони не так скоро відбудуться, ніж вибори президента. Я пропоную перейти до деяких особ важливих, які вже заявили про свої наміри. Вже протягом 2 тижнів, пане Денисе, не втихають пристрасті навколо персони відомого актора, дуже видатного шоумена українського Володимира Зеленського. Замість того, щоб святкувати, я був втягнений в Фейсбук війни навколо діючого президента. Боротьба триває, як то кажуть. Хорошо. Ми з вами. В чому я і вам поставлю питання, і вам, Денисе, в чому полягає феномен пана Зеленського, який мав, згідно деяким соціологічним опитуванням, досить пристойний рейтинг, але коли він про це заявив, в ніч з 31 грудня на 1 січня, рейтинг почав, наскільки я розумію, дещо танути. Ваша думка? Да, я з вами соглашусь. Єдине, що хотілося б додати, що, наверное, в Фейсбуці, в фейсбучних війнах победителей не буває. Каждый чувствует себя победителем, и это, наверное, право каждого, кто участвует в этом. Что касается вашего ответа на ваш вопрос. Ну, здесь, знаете как, с одной стороны, парламентские выборы еще далеко, а с другой стороны, нас ждет первый тур президентских выборов. Потом, скорее всего, опираясь на ту социологию, которая есть сейчас, можем сказать, что, скорее всего, второй тур президентской кампании. И потом, уже как третий тур, нас ждут выборы в Верховную Раду. Поэтому я бы всех политиков, может быть, потом мы остановимся на фамилиях более конкретно, я бы всех политиков, которые участвуют в выборах, разделил бы на 3 категории. Они неравнозначны, эти категории. Первая категория – это те 3-4 политика, которые реально борются за то, чтобы выйти во второй тур. Реально. Следующая группа – это те политики, которые, ну, понимают, что во второй тур им не выйти, но закладывают фундамент для дальнейших президентских кампаний и избирательных кампаний на местном уровне. И третья группа политиков, наверное, самая многочисленная, это те политики, которые хотят, раскрутив свой бренд, свое имя, создав себе определенный имидж во время первого тура президентской кампании, провести свою политическую силу в Верховную Раду Украины. На мой взгляд, тот, ну, можно уже, наверное, говорить шоумен, или можно сказать политик уже, о котором вы спрашивали, он, скорее всего, относится к третьей группе, к третьему разряду участников этой избирательной кампании. Уточнюючи питання, чи об'єктивні були цифри, які повідомляли нам, ну, дуже досить багато ЗМІ, там на 2 місце його ставили до Нового року? Я би здесь, знаєте, поміняв би здесь угол зрення. Вот мне кажется, что нужно смотреть не на то, что декларирует политик, или те цифры, которые время от времени озвучивает его штаб, или аффилированные с ним средства массовой информации, телевидение чаще всего, а смотреть исключительно на ту электоральную базу, на которую он может рассчитывать, может опираться. И понимать, что есть избиратель, который в любом случае проголосует за того или другого политика, так называемый ядерный электорат, а есть то, что еще можно будет добрать. Вот мне кажется, что сегодняшние, ну, реальные лидеры избирательной кампании, они готовятся добрать во втором туре. Поэтому сегодня их кампания еще не вышла на пик. Есть другие политики, которые собираются выйти на пик к первому туру. А, конечно, тяжелые весы планируют кампанию технологически, это правильно, чтобы выйти на пик ко второму туру и там победить. Пане Михайло, вам питання щодо ефекту вечірнього кварталу в українській політиці. Знаете, я абсолютно не удивлен. А не удивлен, потому что Зеленский, вообще фигура Зеленского, это не просто фигура Зеленского. Это некий протест против того политического эстеблишмента, против той элиты, которая сложилась за последние десятилетия. Посмотрите, что происходит в Испании. Подемос в Греции, Сириза, Альтернатива для Германии в Германии, UKIP в Британии, Национальный фронт во Франции и ряд других политических сил в европейских странах, которые в принципе себя позиционируют протестно по отношению к элите. То есть фокус зрения сместился. Если раньше мы говорили, вот есть либералы, вот есть социалисты, вот есть правые консерваторы и так далее, то теперь фокус зрения сместился. Есть
элита, то есть та, которая сверху не слышит простой народ, и люди, независимо от того, это средний класс, мелкий бизнес, работники. Вот есть люди, а есть элита. И феномен Зеленского – это как раз яркий пример того, что людям надоела элита. То есть есть запрос на обновление, качественное обновление с элиты, не только украинской, но мы сейчас говорим про украинскую элиту. Поэтому я бы рассматривал Зеленского не как Зеленского, а как некий феномен, и как считаете, как дополнительную графу против всех. То есть люди не просто проявляют некие абсентеизмы, в принципе игнорируют выборы, они как раз выступают за то, чтобы сделать свой выбор как граждане, но при этом сделать выбор за альтернативу, за того, кто вне вот этой вот укоренившейся элиты, как люди думают. Правильный это выбор, неправильный, на эту тему мы тоже можем подискуссировать, но мы в данном случае пытаемся объяснить мотивацию и чаяние людей, которые как бы поддерживают Зеленского. И обратите внимание, даже сейчас на тех бордах, которые мы видим, мы не видим там Зеленского. Мы видим некую связь с фильмом, в котором он принимал участие, там «Слуга народа» и так далее. Но речь о чем идет? Что, опять же, пытается пустить некий месседж по отношению к избирателям, который должен сказать, вот, есть некая альтернатива, которую вы еще не чувствовали, с которой вы не сталкивались, но она есть. Проголосуйте за эту альтернативу. Ще таке питання. Кілька днів тому в Києві відбувся так званий демократичний форум. Чомусь нас декілька політиків узурповують цю назву. Там були і досить поважні особи, ну, я кажу про себе, про своє відношення до цих осіб. Чи, так, я все ж таки сформулюю питання, чи є шанс домовитися там панам Тигриценко, Садовому, іншим, щоб був якийсь один кандидат, який би претендував на другий тур? Слушайте, вы знаете, вот вообще феномен узурпации слова «демократ» — это вот чисто постсоветский феномен. Недавно я был в книжном магазине, смотрю книгу Гарри Каспарова. Вот как к нему не относись, замечательный шахматист, но политик никакой, нулевой политик. И вот он тоже себя позиционирует как демократ. Либо Навальный как демократ, хотя он типа демократом является, возвращаясь к нашим реалиям. Что касается Гриценко, что касается других кандидатур, которые присутствовали на том собрании, как бы поддерживают Гриценко, это Чумак и так далее, и так далее. А кто сказал, что эти люди несут некий другой набор ценностей, чем, например, действующий президент, действующий премьер, либо бывший премьер, который рвется к власти? А кто сказал, например, что нынешняя власть не демократична? По-моему, столько медиа, сколько были открыты за время президентства Порошенко, не были открыты даже во время президентства Ющенко. Поэтому все относительно. И тот факт, что Гриценко сейчас себя позиционирует как некую демократическую альтернативу, это еще не говорит о том, что вот он демократическая альтернатива, а все остальные не демократическая альтернатива. Да, так, Денис, мы бачимо так зловживання терміном демократ. Ну, во-первых, хотел сказать, что пытался вот вспомнить как раз в ходе вашего диалога, пытался вспомнить, кто из украинских политиков вообще не называл себя демократом, противопоставлял себя. Ну, трудно, не вспомнил. Наверное, демократия сегодня это такая крыша, под которой умещаются представители всех идеологий, любой идеологии. Ну и в ковчег украинской политики. Да, сегодня все себя таким образом стараются позиционировать. Что касается вот этого форума и целого ряда еще украинских политиков, которые то объединяются, то не объединяются. Здесь же нужно понимать, что, скорее всего, дело не в их воле или дело не в их желании. А дело в том, нужно четкое понимание того, я думаю, что оно у них есть. Ну, во-первых, я тоже отношу именно этого кандидата, который по-разному себя позиционировал, в том числе как первый непроходной и так далее, отношу его к той группе, которая собирается завести в новый парламент серьезную какую-то фракцию, не более того. Но что касается вопроса объединения, кто на чей электорат претендует, кто чей электорат может отобрать. И сегодня, мне кажется, вот такие, да, четыре наших, там, 3-4 кандидата, которые явно имеют возможность выйти во второй тур, они как раз и рассматривают большинство других кандидатов и договоренности с ними, как вопрос того, он принесет голоса мне или он отнимет голоса у конкурента. И мне кажется, сегодня большинство политиков вот из такого первого эшелона, первой категории, о которой мы говорили, они как раз склоняются к тому, что пускай идет сам, потому что он заберет
голоса у моего конкурента, а я на этих избирателей і так не претендую. Ми да. декілька слів, якщо можна, щодо опозиційних так званих. От ви знаєте, ви прямо мені зняли з язика. Якраз хотів на цю тему поговорити. Так я хочу да. для наших телеглядачів репліку одну. На даний момент офіційно про свої наміри оголосили щонайменше три людини, які в 2014 році асоціювали себе з політичною партією «Опозиційний блок». Це Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Юрій Бойко. Є ще декілька місяців, можливо, таких кандидатів з «Опозиційного блоку» буде більше. Да, от я на цю тему хотів поговорити. Смотрите, що у нас виходить. У нас був збіжавший, бросивший свою страну предатель Янукович, который, собственно, как бы в себе аккумулировал некий образ, некий и притягательный для электората Юго-Востока. Когда Янукович убежал, позорно причем, что оказалось? Что в 2014 году на этом флаге была пустота. А фактически вышел на выборы тогда Тегибко, если не ошибаюсь, вышел Добкин. То есть и как бы все. То есть Тегибко и Добкин, тогда Тегибко не поддержала партию регионов, Тегибко хлопнул дверью, поддержала партию регионов тогда еще Добкина. Потом был сформирован ОПО-блок. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, что как минимум оппозиционные силы этого вектора пойдут тремя либо четырьмя колоннами, как минимум на президентские выборы. И между ними очень серьезные противоречия, поверьте мне, я общаюсь и с этим флангом, и там очень серьезные противоречия, которые во многом непреодолимы. Специфика этих выборов. Что мы имеем? Если 10 лет назад мы говорили о склоках, скажем так, в оранжевом лагере, который вначале объединял Ющенко, а потом все разбежались, и до сих пор на этом фланге разброты шатания, то теперь и на другом фланге разброты шатания. И к чему это приведет? К некому наложению, и можно говорить о том, что эти выборы, в принципе, уже тенденции были видны в 2014 году, но эти выборы окончательно разобьют стереотип, что есть вот разные голосующие области нашей страны. В данном случае уже не существует областей, которые поддерживают один вектор, либо другой. Сейчас во всех областях более-менее пропорционально будут распределены голоса. И я убежден, что все-таки как раз оппозиционные силы этого фланга, по блоку Мураев, они находятся на нисходящей, и они, естественно, не смогут взять большинство парламента. Президент они не рассчитывают. Я вважаю взагалі, що термін там південно, там південь-схід, він має завжди там в історії залишитися. Я не розумів ніколи цього поділу. Я ще зараз не буду згадувати, хто це перший придумав, чи там з лагерю Ющенка, чи з лагерю Електорально, електорально це придумали, щоб некоторі псевдополітики, щоб розколоти нашу країну. У них, слава Богу, нічого не вийшло, Україна сталася незалежним суверенним государством. Є питання щодо кампанії. Я прошу прощення, у мене я опять вот сидів і наблюдаю за вашей дискуссией. Я теперь пытался вспомнить, кто из украинских политиков не называл себя оппозиционером за прошедшие годы. И хочу сказать, что даже, наверное, ну, все называли, да, ответ очевиден. И даже, наверное... В коалиции парламентской. И даже в коалиции, и даже в блоке имени президента, и даже в Народном фронте были люди время от времени, которые голосовали против, не поддерживали и выступали как оппозиция, изгонялись из фракции и так далее и тому подобное. А партийный квиток вы не Я думаю, что, вы знаете, ну, наша система избирательная смешанная, парламентская, она позволяет сегодня, если даже и сдать, то с легким сердцем. И не только квиток. А сдать вообще это термин, который очень характерен для украинской политики. Но вопрос же здесь в том, что действительно у нас в рядах оппозиционеров побывали все. Что касается разделения, знаете, есть все равно, ну вот согласен, что математически мы не можем сегодня сказать, не было переписи и так далее, люди отказываются отвечать и так далее и тому подобное, но... Хотим мы этого или не хотим, в том-то и смысл существования общества, что оно делится каким-то образом. Ну, на мужчин и женщин. Делится по возрасту. Делится. То есть есть разные сегменты общества. И в этом отношении географическое разделение или там географические сегменты ничем не хуже и не лучше, чем демографические. И не надо, я думаю, здесь этого бояться, и нужно просто принимать это как данность. Кто это будет отрицать? На сегодняшний день. Ну, люди, так люди делятся по разным основаниям, по гендерному принципу, по демографии, по возрасту, в том числе делятся и географически. У нас выборы делятся именно так.
Кто не будет этого учитывать, наверное, тот пожалеет, проиграет, и можно говорить о том, что его технологи, социологи, политологи неправильно сработают и неправильно дадут ему советы. Нам бы хотелось, чтобы было единство, но единства нигде нет никогда. Нет его и в Соединенных Штатах, нет его и в других странах, которые здесь назывались. Поэтому вот у нас географически это одно из наших делений. Другое дело, что, конечно, электорат и избиратель, мне кажется, что вот решение как раз, что касается центральной западной части, примерно понятно. Что касается юго-востока, то в связи с определенными политическими событиями, о которых здесь говорилось, конечно, решение избиратель юга и востока примет вот то, о чем я говорил. Последнюю неделю, а то и в день выборов. Ще такі питання. На минулому тижні, бачив інформацію, знайомився з нею, з'явилися розцінки на телевізійну рекламу. Такі астрономічні цифри. Вони не відштовхують ані кандидатів в депутати, ані кандидатів в президенти. Буде одне питання вам, колеги. Михайло, чи ефективна телевізійна реклама? Я так розумію, що якщо ви так критично відгукувались про щодо нашого виборця, це... Така людина, яка дивиться телебачення, і потім йде, і як що показали, галочку поставили. Ну, про телевидение я ще нічого не говорю. Є в науці чітке розділення на earned media, то есть заслужені медіа, і paid media, то есть те, які покупають кандидати, щоб, так сказати, транслювати некі меседжі електорату, потенціальним збирателям. Насколько эффективна сейчас телевизионная реклама? Вы поверьте, я работаю в этой сфере, политтехнологическая, работаю с разными политическими силами. Я могу сказать, что телевизионное присутствие, оно играет серьезную роль. И, конечно же, узнаваемость кандидата – это один из важных аспектов технологической разработки кандидата. Кроме того, при наличие кандидата в телевизоре – это не только раскрутка для определенной консервативной части общества, ну, более возрастной, которая не сидит в интернете, но это еще пример определенной респектабельности, и это говорит об определенном признании телевидением этого кандидата. Хотя сейчас, будем говорить откровенно, расценки на ТВ-присутствие, они существенно упали, на борды и так далее, по сравнению с предыдущими годами, компании обнищали. Сейчас все стараются сэкономить деньги на избирательной кампании. Но я думаю, что это будут выборы, где будут серьезно задействованы медиа. Вот я, например, захочу сейчас посмотреть какую-то интересную передачу на канале «Репортер». Зайду в YouTube. А мне высвечиваются постоянно какие-то политические ролики. Уже не могу. Про одного кандидата, про другого. Уже просто, так сказать, пробудает настроение что-то смотреть на «Репортере». А я же хочу что-то посмотреть на «Репортере». А все почему? Потому что очень много политической рекламы. И я думаю, что как раз YouTube-реклама, Facebook-реклама, они будут иметь серьезное влияние. Кроме того, хочу обратить внимание, что если раньше нужно было кандидату платить за полосы, за телеэфир, то сейчас можно использовать Facebook для собственной раскрутки, и это очень дешевый, сравнительно недорогой, скажем так, способ раскрутки себя как некого персонажа и трансляции очень быстро месседжа. У нас не прижился Twitter, но Facebook, у нас достаточно сейчас широкий инструмент коммуникации политиков, избирателей. Мы знаем некоторых кандидатов, которые чуть ли не продают свою недвижимость, чтобы увеличить количество подписчиков на Фейсбуке. Михайло сказав, що Твіттер у нас якось не прижився. Я дивився на Новий рік телебачення, інші канали, центральні українські. Деякі політики, кандидати, вони кожні 5 хвилин вітали з Новим роком, а потім вже вони зареєструвалися, стали кандидатами, для них вже є розцінки. Чому більш-менш продвинуті сучасні методи реклами, просування себе як кандидата, вони в Україні поки ще не працюють. Чому, як і раніше, телевізор ідею голосує? Тому що відповідь простой. Статистика показывает, что подавляющее большинство людей, которые приходят в итоге на избирательные участки, потому что писать это хорошо, воевать и там конфликтовать в Фейсбуке это тоже, наверное, хорошо, но прийти на выборы, да, и проголосовать, это категория 50+. Для этой категории наиболее влиятельным средством получения информации является телевидение. Телевизионный рынок у нас абсолютно давным-давно он сегментирован, он поделен между финансово-промышленными группами, которые мы с вами называем олигархами. Рынок центральных масс-медиа, мы точно знаем, кому принадлежит
тот или иной телеканал, я думаю, это не секрет, это открытый доступ информации. Поэтому, что мы понимаем под политической рекламой? Если это оплаченные видеоролики на одном или другом канале, то я примерно понимаю, что цена — это очень хорошо, это для конкурентов поставлена цена, поскольку каждый из медиамагнатов ведет своего, а то и даже пул кандидатов ведет на выборы. Поэтому, что касается именно вот политической рекламы в узком смысле, мне кажется, она не будет играть большую роль и иметь большое значение. Вот что касается самой сетки вещания, специально сконструированных, смоделированных медиа-скандалов, вот мне кажется, здесь как раз каждый телевизионный канал, имея свою аудиторию, имея свой рейтинг, они уже будут пытаться работать на того или иного кандидата, соответственно, против того или иного кандидата. Поэтому политическая реклама, вот в смысле буквально, что да, предвыборная роль кандидата, это минимум влияния. А вот что касается, разве что как узнаваемость кандидата, чем больше, тем лучше. А вот что касается медиа-скандалов, что касается спланированных, именно сконструированных медиа-событий, вот здесь, мне кажется, есть простор для политических технологов, и социология показывает, что это воспринимают наши граждане. Я здесь соглашусь абсолютно с Денисом Викторовичем. Более того, я думаю, что эти выборы будут достаточно грязными. В каком смысле? Кандидаты будут не гнушаться использовать любой компромат в отношении друг друга. Они уже используют. Мы помним, как в 2014 году просто на старте попортили позиции Ляшко. Просто спланированные медиа-акции через один из центральных каналов, у него резко упал рейтинг, и его политическая сила, она скатилась до четвертой позиции. Я вас уверяю, что выборы, вот, которые вот сейчас у нас состоятся, и президентские, и парламентские, это будут пример грязных политических технологий, когда не просто будет выниматься из корзины грязное белье, то оно будет туда еще сыпаться, снова вытряхиваться. Вот это будет пример действительно кампании без правил. Но с другой стороны, недавно у нас были выборы президента Соединенных Штатов Америки, такие грязные, как были те выборы, сложно припомнить, когда, извините, президенту Трампу выписывали одно, кандидату Клинтон приписывали другое, и вот так вот эти все были так называемые утечки информации, которые влияли, безусловно, на рейтинги кандидатов, поэтому грязные технологии выборов — это не сугубо украинский феномен, это, скажем, это некие реалии, в которых нам приходится сейчас жить. К сожалению, политика обнищала на блестящих умов, на героев. Так? Мы живем в эпоху обычных людей. Рузвельт, Черчилль и так далее уже почили в бозе. Мы живем в эпоху обычных людей, которые не гнушаются использованием разных технологий. Будем стежить за идом предыдущей кампании. Можно закончить очень коротко. Уважаемые телезрители, вы сами видите, дискуссия была просто на ура. Все почему? Потому что перед вами два представителя Одесской юридической академии. Вот, уважаемый декан факультета политологии, социологии и психологии Денис Викторович Яковлев и заместитель декана факультета международных правовых отношений. И если вы хотите стать классным социологом, вы идете к Денису Викторовичу. Если вы хотите разбираться в международных отношениях и понимать, как Украине развиваться в этой международной системе связи с другими государствами, вы идете в наш факультет. Спасибо. Это была реклама. Дякую, Денису, дякую, Михайло. Мы напередодні дня виборів будемо неодноразово зустрічатися. А в ефір провів викладач факультету журналістики Віталій Хемін. На все добре, до зустрічі в ефірі.